Инна и Олег Кулаевы, первые рязанские танцоры международного класса, завершили профессиональную карьеру еще 33 года назад, но совсем из танцев уйти не смогли. Говорят, паркет не отпускает. С колоссальным багажом опыта и знаний они решили продолжить дело, но уже в качестве педагогов. Так и появилась студия «Созвездие». За эти годы супруги воспитали сотни танцоров. По сей день первые шаги на паркете в танцевальном клубе «Созвездие» делают будущие звездочки. Основной задачей нашей является это популяризация, развитие танцевального спорта на территории Рязани, Рязанской области, привлечение всех слоев населения, от маленьких детей до совсем взрослых, и, конечно, подготовка спортивного резерва, спорта высших достижений. Да. Сегодня главный помощник и один из основных тренеров клуба – сын Олега и Инны Ярослав. Он пошел по стопам родителей и стал мастером спорта России, танцором международного класса. Танцы, во-первых, дают это осанку, это хорошее умение пользоваться своим телом, взаимодействие в паре, то есть это партнер с партнершей или партнер с партнером, вот, это очень важно, и, конечно же, желание побеждать. Вот. Категория «Бальные танцы», танцевальный спорт, включает три спортивных дисциплины. Европейская программа, медленный вальс, танго, венский вальс, фокстрот, квикстеп, латиноамериканская программа, самбо, ча-ча-ча, румба, пасодобль и джайв, и двоеборье, включает в себя европейскую и латиноамериканскую программы. Участие спортсменов в официальных соревнованиях дает возможность повышать свой спортивный разряд, смотреть на бальные танцы – одно удовольствие. Если там добавляют какие-то новые фигуры, вариацию, то надо стараться, чтобы их делать классно. Все девчонки считают, то, что бальные танцы – очень красивый вид спорта. Мне очень нравится заниматься этим красивым видом спорта, и мы очень любим своих преподавателей. В роскошное платье танцовщиц, изящные прически, блеск камней Сваровски многократно усиливают впечатление от самого танца. Над этим имиджем в «Созвездии» работает целая группа профессиональных педагогов. Если ребенок, как бы, ему это нравится, и он как бы трудится, то в принципе нет. Как бы, потому что они на своих танцевальных занятиях, это для них очень важно, и они этим тоже занимаются. Инне Викторовне уже было легче вот с этим амплитудой движения поработать. Бальные танцы, а точнее танцевальный спорт – прекрасная возможность раскрыть творческий потенциал и реализовать себя. Мы усердно готовимся к турнирам. Ближайшие турниры у нас пройдут в Москве 1 мая и 8. В будущем я хочу достичь А-класса и продолжить свою танцевальную карьеру. К тому же детки, которые в танцах, стесняются меньше и с раннего возраста привыкают к соревнованиям. Неважно, какой путь выберет ребенок в дальнейшем, навыки коммуникации ему пригодятся всегда. Танцы мне дали уверенность в себе, потому что когда я езжу на соревнования перед многими людьми, мне становится уже уверен. Я становлюсь уже увереннее, и мне становится уже не страшно. Мне они дали очень красивую осанку. Это очень красивый вид спорта. И в нем всегда надо быть очень красивой, уверенной. Танцы дают мне уверенность и смелость. Когда он уже начинает танцевать, он становится уверенней, становится хорошо работать своими плечами, ногами, руками. Взрослым ученикам в клубе «Созвездие» тоже рады. Кто хочет экспрессии, выберет самбу. Романтичным особам понравится танцевать румбу или вальс. Танго подойдет тем, кто стремится выразить свою чувственность. А пасодобль позволит разыгрывать сюжеты и проявлять свои артистические способности. Марина Романюк, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город».